Всем привет! Всем привет, друзья! Катаемся по Бурмакино. Это у нас уже Бурмакино. Ну, вернее, его часть, которая раньше называлась Лубанок, сейчас она называется Бурмакино. Все. Ой, слушай, машинопоток такой обалденный. Тополь старый, да, такой вот проехали сейчас. Хотим посмотреть и показать вам осеннюю красоту. Мы на самом деле поехали в лес бурмакинский. Не знаю, может быть, найдем какой-нибудь мухомор. Хотим на самом деле найти каких-то нормальных, благородных грибов, хотя бы, я не знаю, абабки, да, красные, красноголовики, белые. Но в силу наших погодных условий у нас стояла сухая погода несколько недель. Мне кажется, грибов, конечно, нет. Хотя здесь уже пару недель идет дождь, да? Шел дождь. Ну, конечно, ну, в принципе. Что грибам-то? Они вон иногда как быстро растут, да? Так они быстро вот так растут. Бурмакино. Растянулась, да, вдоль трассы-то как? Вот здесь раньше был клуб. Сейчас не знаю. Какое-то может быть производство. Это какой-то цех. Сейчас тоже не знаю, чем занимаются. Раньше, по-моему, была какая-то деревообработка, что ли. Разлив воды. Чего только тут не было, в общем. Тут столовая. Не знаю, работает ли сейчас. Может быть, не работает. Раньше была колхозная столовая. Дома по правую сторону. О, улица новая идет. Еще какие-то улицы, не знаю. Тут уже такая застройка идет. Раньше столько тут не было домов. Видишь, даже попросили, сделали, да, остановочку для них тут. Ну так-то правильно, потому что отсюда, в принципе, до остановки, которая в Бурмакино и в Рубанке, идти далеко. Пруд, да, бурмакинский. Здоровский пруд. Не знаю, как на нем сейчас купаются, не купаются, но раньше, когда мы жили еще на Гайдарке даже, мы ходили купаться. Помню, встаешь утром и идешь купаться на пруд. Основная была задача сходить на пруд. Поворот сейчас налево здесь? Или после остановки? Здесь. До остановки мы с тобой поворачиваем. А Бурмакино у нас по правую сторону, а мы поедем в лес. Ну слушай, тут вот, наверное, дорога-то, да? Ты неправильно, наверное, поехал на обла с той стороны ехать. А вот нажми. Понимаю. Мы проехали огроменную лужу. На самом деле тут дорогу эту равняли. И когда раньше мы ходили в этот лес, эта дорога была, ну, пряменькая. Мне кажется, тут просто стало ездить больше народу. Вот, слышь, на машинах. Угу. Она не была такой разбитой. Угу. Ну, по крайней мере, это мне раньше так казалось. Слушай. Короче, деревья были меньше, да? Понятно, здесь не было вот такой заросли. Посмотри тут сейчас, да? Не было тут такой дороги, правда. Ну, с тобой прошлого года-то не видел. Была такая ровненькая лесная дорожка. Ну, вроде, слушай, дорога-то как будто подзаросла. Такое ощущение. Но в то же время она так что-то как-то это... Такая не очень, да? Да, нормально. Нормально? Так хуже было, я помню, что там ездили. А-а-а. Далеко. Елховка, да? Ну вот, в общем, смотрите. Бурмакинский лес. Когда-то в свое время этот лес я ползала вдоль и поперек, ну, по крайней мере, который вот тут вот рядом, да, с Бурмакино.
есть, может быть, километров туда опять, в сторону там, в разные стороны. Мы же ходили, собирали грибы, ягоды, в общем. Какие ягоды чаще всего собирали? Чернику какие? Чернику собирали. Ведрами собирали, сдавали. Продавали, да. Ты же ездил даже на рынок страны, какие распродавала. Было дело. А, бруснику собирали. Тоже собирали, кстати, да. Ну, малины как таковой тут, наверное, можно было только на поесть набрать. Прям уж там поля малины, такого не было. Высоковольтная первая. А может нам до второй высоковольтной с тобой доехать? Ну, я вроде думал, что погулять. Ну, так поехали до второй высоковольтной. А здесь не будем гулять, да? Хочешь тут именно? Тут уж что ходили. Ну и что, сходим на другой высоковольтный погуляем. Туда будем не доехать? Ну, вернемся обратно. Я помню, мы ходили даже, по-моему, до третьей высоковольтной туда, ну, в лес. Я с тобой не ходил. Так мы же с мамкой ходили. До второй, наверное, ходили. Я заблудилась, ты помнишь? Ой, ты знаешь, я уже 100 лет не была в этом лесу, вот, наверное, после того раза, как мы с тобой блудились. Это, поэтому я уже тут это... Только могу по окраинке ходить и около тут дорожек. Здесь вот помню, вот здесь, за этой дорожкой, тут были какие-то типа оврагов, что ли, вот здесь вот, по правую сторону. И здесь всегда росли красноголовики, всегда. Вот зайдешь сюда, и они всегда тут росли. А помнишь, мы с тобой были, я вот здесь проходила, и ничего тут не было. Что-то остановка? Да ты чё, остановка? Я шучу, это просто... А, это просто посидеть. Угу. На самом деле здесь были, за вот третьей высоковольтной, здесь были сады. Я не знаю, как сейчас, есть ли они. Но раньше вот давали, да, сады. Там из Кирова ездили, из Новоавятска ездили, сады были. Держали. Но мне кажется, до сюда дойти, до сада еще с остановки. Это просто, это ахтунг. Да? Ну, слушай, вот здесь дорожка стала получше, да? Ну, или относительно получше. Вот здесь по левую сторону, вот этот вот лес хвойный. Здесь тоже росли грибочки, вот здесь вот я показываю сейчас. Смотри, плиты какие-то даже. Да, здесь есть плиты, да. Здесь где-то были насажены елочки грядками, рядками. Их называли еще район... Грядок, что ли, как-то так, я помню. Тут росли маслята. Их прям было много. И интересно, пожары, видишь, там зайчики. Угу. Далеко еще высоковольтная? Не знаю. Или что хочешь сказать, не поедем уж туда. А? Что-то лужи-то тут какие-то, да? Мощнее становится и больше. Здесь просто влажно. Это тенек, да, поэтому лужа сохнет. А что, правда, где вторая-то высоковольтная? Блин, не знаю, я в жизни не ездил. Может, и зря мы сюда поехали. Я думаю, скоро сады там. Я хочу! Я выиграю
А мы развернемся с тобой тут где-нибудь. Пап, что-то мне это не нравится. А? Можем где-то забуксовать, согласен. Не, давай-ка обратно. Кому понравилось, пишите, ставь лайк, подписывайся на канал, а мы поедем дальше. Всем добра, всем пока.